16-17 июня в манеже спорткомплекса «Красная звезда» состоялся 6-й межрегиональный турнир по ММА «Кубок Александра Шлеменко». В этом году награды соревнования оспаривало рекордное число спортсменов – 502 юных бойца из 20 регионов России. На Омской земле проходят самые крупные, самые важные детско-юношеские соревнования по ММА. И соревнования эти организованы прежде всего благодаря нашей школе «Шторм». Александр Павлович Шлеменко, человек, который добился в своей жизни всего, стал чемпионом мира, стал большим, серьезным, важным для нашего региона, да и для страны человеком, который, если за что-то берется, то доводит дело до конца. Из года в год нам удается делать, по сути, невозможно. Повышаем планку. Я очень благодарен нашим партнерам, которые нас поддерживают. Это правительство Омской области, это компания «Газпромнефть». И всем вам, от вас, от всех нас очень многое зависит. Вместе мы двигаемся, несмотря ни на что, в наше светлое будущее. В рамках церемонии открытия удостоверения кандидатов в мастера спорта по смешанным единоборствам были вручены 4 бойцам школы «Шторм». Поединки турнира проходили на 3 площадках, а спортсмены соперничали в 4 возрастных категориях от 12 до 20 лет. Из разных регионов, с Камчатки, с Новосибирска, с Тюмени, с Санкт-Петербурга. Это очень радует, что ты можешь оттачивать свои навыки. По сути, это для тебя как мини-Россия. Что-то приобретаешь новое. Где-то проигрываешь, где-то выигрываешь. Но и для меня это ступень для высоких достижений, для новых побед. Для омских ребят, независимо от клуба, пусть это будет школа Шлеменко, либо другие клубы Омской области, которые развивают ММА, смешанное единоборство, рукопашный бой, они получают отличный соревновательный опыт, соревновательную практику. Потому что спарринги с приезжими ребятами, которые приехали настроенные на победу, это дает большой толчок в развитии ребенка как спортсмена. В результате бойцы школы единоборств «Шторм» первенствовали во всех 4 категориях и выиграли главный приз соревнований в командном зачете. 2 место заняли спортсмены еще одного омского клуба «Аскен». 3 результат показали бойцы спортивной школы имени Макарова из Кемеровской области.